Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня с вами очередной выпуск рубрики «Ваши посылки». Поговорим о некоторых ароматах от бренда Мюглер, в частности, Alien, его фланкеры и два аромата Аура у меня здесь будут. Ароматы, которые мне любезно выслала Галя из Америки. Галочка, огромное вам спасибо, большой привет! Галя выслала мне очень много ароматов от бренда Мюглер, об Ангеле и его фланкерах я уже рассказала. Теперь пришла очередь поговорить об Alien, и я всегда считала себя любителем именно Alien. Но что-то поменялось. Что-то поменялось, друзья, я уже об этом говорила и замечаю за собой, что все меняется в моем альфакторном мире. Очень многие ароматы, я на них взглянула другими глазами. Какие-то я полюбила, те, которые я вот не понимала, да, еще там год-два назад. Какие-то, наоборот, я отодвинула, я не понимаю, как я могла их любить, что было с моим носом, почему вообще так происходит. И я вам честно скажу, даже обидно. Вот, об этом, ну, возможно, мы поговорим в отдельном видео. Я думала, да, о том, чтобы записать такое видео конкретно, что поменялось, с какими ароматами у меня поменялись, как бы, отношения. Вот. Один из них – это классический Alien, о котором мы будем говорить в первую очередь. Вот такой вот замечательный пробник от Галочки. Аромат. У меня тоже есть пробник этого аромата. И когда я помню, я его вдохнула первый раз 2 года назад, и я ахнула, он мне так понравился, он привел меня просто в бешеный какой-то восторг, я его очень хотела купить, но почему-то не покупала. И хорошо, хорошо, что не покупала, потому что я люблю сразу ведрами, да, то есть я не рассматривала даже 30 миллилитров вот раньше. Вот, и в последнее время задумывалась даже о 30-ке, но как бы нет, все-таки для меня это too much. Это мощь, это сила, это очень яркий, очень харизматичный, очень холодный, отстраненный аромат. Холодный жасмин, очень яркий. Но я думаю, наверное, все знают этот аромат, его или любят, или ненавидят. Я не скажу, что я его ненавижу. Моей маме очень понравился этот Alien, когда-то мы с ней ходили в Бракар, и я, зная свою маму, зная ее вкус, какие она любит ароматы, она любит силу и мощь, я предложила ей познакомиться, значит, с классическим Alien, она вдохнула, и все, он ей так понравился, и вот сейчас я приехала к ней с этими пробниками, здесь разнашивала. И, значит, мама моя на себя нанесла этот аромат, и мы куда-то пошли, и я задыхалась. Друзья, я просто задыхалась, я не могла находиться рядом с мамой вот ближе, чем 2 метра. Мы ехали в транспорте, мы ехали в лифте, мы были в гостях, и этот аромат просто стоял столбом. Это при том, что мама наносила вот с этой пробирки, то есть буквально сюда пшик, там сюда, 4, наверное, пшика она сделала, но тем не менее, с пробника, это не то, что из флакона. Тем не менее, это был просто убойный шлейф, громкость. Я, наверное, ну, как-то переосмысляю, скажем так, вот такие тяжелые какие-то ароматы. Для меня все-таки нет, хотя, безусловно, аромат красивый, он уникальный, когда-то был уникальный. Сейчас, может быть, что-то там похожее есть, но тем не менее, мне кажется, именно Alien в парфюмированной воде я узнаю из тысячи. То есть это тот аромат, который запоминается, это уникальный парфюм. Дальше, с которым я познакомилась, это Fusion в парфюмированной воде. Alien Fusion, вот такой вот флакончик, какой-то красноватый он. Ой, это аромат с туберозой, но мне он понравился. Я записала: красивая, мягкая, сладкая амбра, ваниль, апельсиновый цвет и сладкая тубероза. Хороший, и даже тубероза красивая. Тубероза здесь очень красивая, но я боюсь, потому что у меня такое бывает, что я как будто бы не слышу туберозу или слышу ее красиво, и со временем, опять же, мой нос меня подводит. Это очень для меня коварная нота. Но вот сейчас, когда я носила этот аромат на запястье, и здесь у меня немного есть, я хочу прям на себя нанести, я вдыхала, и мне нравилось. Я получала удовольствие, мне очень понравилось. Я
как бы слышу, что здесь есть тубероза. Я пошла в пирамиду, она действительно там есть. И многие говорят о том, что это очень туберозный аромат, а для меня нет. Поэтому меня это немного смущает, да, то есть, скорее всего, я услышу эту туберозу со временем уже в другом ключе, не такую сладкую и приятную. Может, услышу, а может, не услышу, не знаю. Но я не рискну купить себе полноценный флакон, но аромат мне очень понравился. Тубероза здесь очень комфортная, сладкая, не ядовитая, не першащая, ну, вот красивая. Так, дальше. Дальше я протестировала аромат, который называется Edition Dambre, да, вот такой. Такой флакончик. Ой, вот здесь название. Скрою лицо. Такой флакончик. Это мне тоже понравился. Очень классный. Помимо жасмина и амбры добавлен киви. Очень необычно, с изюминкой. В базе он оказался шершавым. Старт этого аромата очень красивый. Мне очень понравилось. Действительно, здесь вот эта вот кисловатая такая фруктовость добавлена. Вот помимо базы Эльена, то есть жасмин, амбра, сюда еще добавили такой кисло-сладкий киви. И это очень ощущается. Но почему-то в базе он немного такой шероховато-шершавый какой-то стал. Я не всегда люблю вот этот момент. Вот с этим ароматом мне предстоит еще походить. Здесь еще полпробирки. Похожу, поношу, обязательно расскажу в рубрике «До дна». Вообще понравился. Понравился, достаточно приятный, такой кисло-сладко-жасминовый. Следующий – это Alien Aqua Chic в туалетной воде, версия Leger. Вот так выглядит флакончик. Такой пробничек. Aqua Chic Leger. Яркий, свежий, имбирный. Слышу сладкие лимоны. Но это эффект от вербены. Очень классное звучание. Да, я пошла в пирамиду. Я заметила, что мне очень нравится, когда в ароматах есть нота вербены или вот лимонной вербены. Это что-то такое необычное. Как будто бы лимон сладкий. Я не могу вот это передать. Очень-очень красивая нота. Слышала я эту ноту еще в аромате от Molinar. Вот не помню, как называется, но я рассказывала. Может быть, я как-то ссылку вставлю, если не забуду. Но кому интересно, посмотрите обзор на бренд Molinar. Там очень о многих ароматах я рассказывала. И вот в одном из них была вот эта вербена. Она просто потрясающая. И в этом аромате я распознала эту вербену. Ну, как бы лимоны. Я пошла в пирамиду, смотрю, что эта вербена очень мне понравилась. Такой приятный, такой свежий. Здесь хоть и заявлен имбирь, и он здесь ощутим. Я имбирь не очень люблю, но вот благодаря вот этой вербене все очень как-то красиво, цветочно-цитрусово. Ну, классно. Так, Flora Futura, друзья, аромат, который у меня есть в полноценном флаконе, о котором я говорила или не говорила, не помню. Вот так выглядит. Для меня это самая, наверное, на данный момент приятная версия Эльена, которую мне захотелось вот иметь. Да. Если классическая парфюмерная вода, это плотно, это мощно, это просто сбивает с ног, это всех ложит на лопатки, то здесь это красивый шлейф, это какие-то прозрачные цветы, чуть более насыщенный аромат, насыщенный воздухом, как будто, понимаете, вот классический Эллен, он плотный, он прям такой, знаете, ну как бы топор вешаем, он очень плотный, то Flora Futura — это воздух, то есть это какая-то свежесть, вот цветочность, очень красивый, не зря он у меня есть. Так, что дальше? Дальше у нас две ауры, и это те ароматы, к которым я просто страх, как боялась подходить, потому что тестировала я эти ароматы дважды в магазине, и дважды они мне не понравились. Ну, точнее, один — это классическая аура в парфюмированной воде. Все вы прекрасно знаете этот аромат, и многие говорят о том, что его надо носить в летний дождь. Аромат любит влагу. Я носила в осенний как бы дождь. Вы знаете, мне понравилось. Я не ожидала. И я боюсь делать какие-то поспешные выводы касательно ауры. Я помню, как меня этот аромат испугал. Он очень странный. И это действительно тот случай, когда
надо подбирать погоду, надо подбирать настроение. То есть аромат прихотливый. Это не тот парфюм, который нанес, и ты спокоен, и тебя ничего не раздражает. Здесь такое не пройдет, да? Аромат достаточно сложный. Вот. Но на старте свежезеленый, сладкая вата на основе ревня. Неплохо, плотный, аромат плотный. Знаете, когда я впервые его тестировала, для меня это была сладкая вата с какой-то болотной тиной, травой какой-то горькой. Ну, короче, ужас. Сейчас все намного лучше. Да, сладкая вата, но вот как я написала, на основе ревня, да, или ревеня, как правильно сказать. То есть нет вот этой болотной какой-то тины, а есть вот это вот освежающий какой-то момент, вязко освежающий, ну, как раз-таки вот этот ревень, да. Вот, поношу, посмотрю, но не уверена, опять же, что куплю, потому что аромат очень привередливый, он очень сложный. Хотя, ну вот сейчас понравился, прям понравился, носила, нанесла и прям вдыхала и нравилось, знаете, не захотелось пойти смыть, я хотя с опаской, с осторожностью наносила, думаю, блин, что сама и буду, сейчас пойду все руки, нет, вот. Дальше туалетная вода, здесь еще более сложнее все, вот таким вот образом, здесь более такое, оно какое-то салатовое, да, это сердце. Сладко-зеленый, грушево-ванильный, супер, яркий, слегка першащий, летучий. Вот слегка першащий, опять же, это я пишу по мере того, как аромат раскрывается. Да, вот на старте сладко-зеленый, грушево-ванильный, классный, и потом он начинает першить. Он так першит, как будто хочется прокашляться, знаете. Он очень першащий. Но я не скажу, что, опять же, что он отвратительный, или он какой-то такой, который я не смогу носить. Опять же, аромат сложный, аромат настроения, аромат, с которым надо, ну, с бубнами, да, как говорят, вот, с танцами, не знаешь, на какой козе к нему подъехать, что там надеть, и какую погоду там, это самое, как-то караулить, да, а вдруг мое настроение не совпадет с погодой, не совпадет с этим ароматом. Вот такие сложности я не люблю. Понимаете, когда надо, короче, ухитряться, умудряться, сделать так, чтобы аромат на тебе раскрылся, а не сел отвратительно. А аура – это именно тот случай. Аура – это тот случай, когда аромат на определенный день. Вот попадание, погода, настроение, одежда. Короче, все совпало, наносим ауру, да? Но держать целый флакон ради там… Иногда что-то стрельнет, я не очень понимаю, зачем. Я люблю вдыхать, наносить, наслаждаться. Да, у меня есть ароматы достаточно сложные, плотные, восточные, но я, ну, если хочу их нанести, например, летом, я беру и наношу, я кайфую. А здесь я не знаю, я знаю, вернее, что я не буду кайфовать, потому что она меня будет раздражать. То есть здесь надо конкретно теплый дождь, настроение... какой-то лесной феи, ну, то есть вот так, это, не знаю, для меня такие сложности, ну, это слишком, ну, может быть, я маленькая еще, не понимаю, да, вот этого, вот этой прелести, ну, вот пока что так, друзья, напишите, как у вас, я не знаю, с аурой, как у вас с классическим эльеном, ну, я думаю, тут, как обычно, два лагеря, или любим, или ненавидим. Но я посерединке, я нейтрально отношусь. То есть, да, то есть я не скажу, что я ненавижу там классический эльен или ауру, или обожаю. Нет, я могу носить в определенное время, под определенное настроение. То есть, ну как бы, а зачем? Да? А зачем столько сложностей? Вот в чем вопрос. Все, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, Галя, за то, что познакомила с этими ароматами, дала возможность их разносить, чуть более их понять. Буду продолжать, обязательно добью все эти пробники, и будет окончательный вердикт в рубрике «До дна». Все, друзья, всем желаю хороших, хороших, классных, ольфакторных впечатлений. Пускай ароматы приносят нам радость, а не усложняют жизнь. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и всем пока!